Живая душа – дар человеку от Бога. Навечно, навсегда. Еще человек облекается от Бога плотью. Плоть для плодотворного функционирования наделяется всевозможными органами. Если какой-либо орган в теле по каким-либо причинам получается незадействованным, плоть потихоньку начинает угасать до полного своего омертвления. Подобное может произойти и с человеческой душой. Правда, умереть она не может, но зачерстветь способна вполне. Реалии современного мира таковы, что формирование Homo современicus направлено на развитие в нем механического, автоматического, роботизированного и подобного им качеств. Как итог, создание равнодушного гуманоида, способного выполнять запрограммированный вид деятельности с определенным набором эмоций и инстинктов. Или, если говорить евангельским языком, вырастить существо теплохладное. Душа, рожденная в этот мир, по мере взросления, находясь под этим социальным прессом, постепенно грубеет. Она увядает, а вместе с ней увядают важнейшие человеческие качества, которые не дают полноценно ощущать, изучать и понимать юдоль земную, а за ней отучают понимать и постигать юдоль небесную, таким образом отдаляя нас от Творца. Одно из незримых ступеней, помогающих человеку не очерстветь душою, является искусство. Вспоминая притчу Христа о сеятеле, мы можем с уверенностью сказать, что важнейшим деланием настоящего искусства является задача вспахать человеческую душу в благодатную почву которой можно будет посеять зерно правды. Ибо само по себе искусство не может спасти человека и его бессмертную душу, так как работает лишь на уровне душевного, а не духовного. Но помочь людям в познании Бога, а значит и самого себя, бесспорно. Человеку, венцу творения, созданному по образу и подобию, предначертано творить и созидать. Именно эта человеческая черта, творчество, подвигает как зрителя, так и художника сопереживать, работать душой. Если искусство способно сподвигать на яркие переживания, то оно не может быть проходным или мимолетным. А если заставляет сопереживать настолько сильно, что подводит ко внутреннему катарсису, такое творчество поднимается на пьедестал высокого искусства. Для педагогов подготовить не формалиста, лицедея и кривляку, а творца, могущего достичь подобного в своей работе, высшая цель воспитания, путеводная звезда, но звезда заведомо недостижимая. А вот создать плодородную почву для рождения подобного гения, которым есть образ и подобие, то есть личность со внутренним духовным стержнем, возможно. Вдруг Ольга входит. На нее Ленский свет блеснул. Онегин руку замахнул, и дико он ночами грозит. И не звонит. Насколько глубоко умеет сопереживать художник, настолько глубоко он может заставить сопереживать своим творчеством зрителя. Параллельно с обучением приемам ремесла, первое, а значит главное, педагогу необходимо как можно более глубоко познакомить ученика с чувством сопереживания. Хладный душою обречен на неудачу в творчестве. Каким же? Он любит меня. Действительно, дорогим. Это для домашнего обихода очень хорошо. Растопить душу, оживить ее, заставить пульсировать и биться в унисон сердцу. Именно такой труд положили на себя педагоги в творческом объединении «Артель». Именно это становится главным при выборе материала для дальнейшего осмысления, оживления и реализации и в конечном счете воплощения в сценических образах профессионального коллектива. Для осуществления подобной деятельности всех участников разных возрастов в театральном объединении «Артель» продумано поэтапное приближение к теме. Разный возраст – разный уровень осмысления.
Разный уровень осмысления, разное творческое выражение. Современным подросткам жить тяжелее, чем было нам. Мы были тверже. Тверже? Да. Мы были тверже. Что? Мы меньше сомневались. Мы искали призвание, а не заработок. Затем, что они начинают искать заработок, они теряют вот эту точную ниточку, на которую трудно достаточно встать, услышать призвание. А ведь только, по-моему, мне кажется, что только в обретении призвания призван. И человек может быть на своем месте и быть... Кто призвать должен? Ну, призывает, в общем-то, да. Вот. Призвание, оно голос свыше, как еще сказать. Люди все разные, и мы не можем там говорить одинаково за всех, но все это чувствуем. А у них потеряна ниточка, потому что они сразу очень быстро начинают говорить о заработке. И родители им начинают говорить о заработке очень быстро. 2019 год стал решающим этапом артели в теме жизни и творчества Николая Васильевича Гоголя. «Три ночи Николая Гоголя» – таково название проекта. «Три ночи» – как три координаты объемного пространства, с которых, как с разных горизонтов, сторон света, предложено обозреть Гоголя как явление в мировой творческой среде. Гоголю нет аналогов в литературном и театральном творчестве среди зарубежных мыслителей. Гоголь также эксклюзивен, как и неповторим. Прежде чем подступиться к Николаю Васильевичу Гоголю, в артели поработали над творческими пространствами Шекспира и Островского. Получилась этакая гармония трех художественных миров, переходящих друг в друга. Да ты пьян, как сапожник. Да не, барин. Как можно, чтобы я был пьян? Но если Шекспир приговаривает, а Островский констатирует, то Гоголь прощает. «Отдай кольцо!» – кричал Саша. «Погоди, парень». Именно масштабность его собственной личности, умеющей глубоко сопереживать, достигает подобного результата – прощения. Прощение в его творчестве наметило общий жанр изображения. Он любит своих героев, он радуется, смеется и с ними, и над ними. У него нет отрицательных героев. Гоголь смеется не зло. Его сатира – это не форма осуждения, а форма прощения. Спасибо. А вы, пожалуйста, следите за афишами артистов. У детей есть дух автора, их автора, Ольги Владимировны Огоньковой. Благодаря ей и ее профессиональному раскрытию наших детей, они театр воспринимают по-другому. Они не кричат, они им дышат, и они его несут изнутри, они его чувствуют. Чувствуют его, наверное, даже иногда лучше взрослых и лучше своих друзей-современников, потому что они, помимо какой-то жизни в школе и в интернете, у них есть огромная, богатая культурная жизнь внутри. У них есть перформанс, у них есть квесты, у них есть исторические события. Ну, то есть это дети, которым можно просто гордиться. «Три ночи Гоголя» творческого объединения «Артель» — три пути приближения к глубине понимания самого мастера. Ибо без познания глубины личности Гоголя нет познания глубины его творчества. Письма писателя, литератора неотъемлемо являются гранью его творчества. Поэтому прежде чем соприкоснуться и правильно понять тот мир, который преподносит нам художник, в особенности такой глубины, как Гоголь, педагоги артели предложили познакомиться изначально с его эпистолярным жанром. Поэтому первый день ночей Гоголя был посвящен чтению его писем. «Прихожу отчаянно иногда, и вы думали меня утешить, сказав, что слепота ничего не значит». «Гоголь-чат» — так назвали его авторы проекта. Главным лейтмотивом постановки стала тема души. На чтение пригласили учащихся высших учебных заведений городского округа Подольск. Он несчастная фигура в русской литературе. Вот если о Пушкине, Пушкин тоже много страдал и много у него там, да, но он не создает, вот, даже когда мы много больше обычного о нем изучаем, он не создает вот ощущение. Он все-таки, да, какой-то вот как вспышка, да, как яркий. Гоголь, он
Я вижу, вот когда я все это изучала и читала, я чувствовала его метущуюся душу, что вот его рвет на части, знаете, вот как человек, вот почему он лечился этой дорогой постоянно, почему он все время куда-то ехал, от себя не убежишь. И вот он, видимо, так его рану Бог забрал, что вот он от себя не убежал, что его вымотала вот эта борьба с самим собой, когда вроде бы и туда, и сюда, и не мог он достичь того идеала, которому бы он хотел служить, да, создать именно такое произведение, которое вот он мечтал создать. И вот, мне кажется, так. Сегодня мир сейчас он начнется перед вами. Второй день был посвящен широкой палитре красок. Или, как выражаются искусствоведы, средством художественной выразительности Николая Васильевича Гоголя. Гению Гоголя доступно было создавать образы разноплановые, разноликие. Студийцев также не ограничивали в своем собственном выражении гоголевских персонажей. Зрителю были представлены гоголевские персонажи в жанре театра теней, в виде инсталляций, декораций. Завершающим аккордом прошла серьезная студийная постановка в жанре пластического действия «Все дороги ведут». И фаер-шоу «Огонь этот» был восторг. Уже не одно поколение наших детей выросло конкретно в театре. То есть у нас так получилось, что мы живем в другом городе, в Щербинке, это рядом, да? Дети 2001 года, команда. Следующий был поколение 2003 года, тоже сюда влились. Потом следующий был 2005-2007, дети. Вот. И причем семьи, многодетные семьи, они участвуют. То есть старшим по 17, по 18, следующий там 15, следующий там 10-11, и малыши 7-летние, которые вот тоже как бы тоже сейчас включаются в младшие группы. Третий день стал днем собственного переосмысления Гоголя артистами артели в театральной постановке «Похождение Че» по мотивам поэмы «Мертвые души». В этот день происходит внесение личного творчества в творчество великого. Но, как говорится, не боги горшки обжигают. Без такой дерзости невозможно движение вперед и вверх по невидимым ступеням совершенства души, ее преображения. Без сомнения, в творческом объединении «Артель» со всеми ее участниками данное преображение происходит. Зрительный зал аплодировал актерам и творческой группе. Я не была его почитательницей, меня не вдохновляли его произведения. Могу сказать, что после прочтения «Мертвых душ» мне понравилось, но так, чтобы думать, размышлять, возможно, попал не в тот период. Это школьный. Это было в школьный период. И вот, кстати, в период такого, в 5-м классе, в 6-м, мне очень нравились сборник «Миргород», мне очень нравился «Нос». Чуть в более старшем возрасте я прочитала «Портрет». И как будто бы Гоголь говорил о том, что не сейчас меня нужно понять, не сейчас я тебе откроюсь. Наша работа над проектом началась достаточно давно, и как раз-таки мы все погрузились в эту атмосферу, мы все в ней жили, мы все что-то искали, и, возможно, я нашла для себя Гоголя. Глубоко верующего человека, думающего, в постоянном поиске, который ищет чего-то. И благодаря этому я поняла его. Мне стал он более близок, чем был. На спектакле присутствовали начальник отдела народного творчества «Центр культурных инициатив», заслуженный работник культуры Российской Федерации, заведующая отделом народного творчества Министерства культуры Московской области Ирина Медведева.
и председатель Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Подольск Борис Денисов, которые поздравили театр с премьерой.